Привет, привет, мои дорогие зрители! Сегодня с вами Лилия Донскова и долгожданный обзор моих ароматов, моя коллекция из компании Oriflame. И перед вами представлены все ароматы, которые я очень долго собирала по всем полочкам. 27 ароматов. Почему так много? Ну, я просто очень люблю парфюм. Если пользоваться каждый день разным, то хватит практически на целый месяц. Я разделила эту команду ароматов на две части. Вот так вот, если мы отделим, это часть тех ароматов, которые у меня самые любимые и самые популярные. Эти тоже мне нравятся, но я их не использую очень часто. И я сегодня расскажу про некоторые свои самые-самые любимые. Некоторые ароматы, как вы видите, их уже нет в коллекции Oriflame. Например, вот такой маленький аромат Мираж. Был такой аромат, я им пользуюсь очень редко, по таким пикантным случаям. Необыкновенный такой вот парфюм, он был в большом варианте, а это эксклюзивчик в маленьком. Он очень нравится Мише, но мне не очень нравится, слишком сладкий для меня аромат, но он магический, он так и называется «Мираж». Он магический, он очень крутой, оставлю его так, он очень красивый. Есть ароматы, которых уже нет. Например, такой коктейль. Прекрасный дизайн, очень вкусный аромат с такой с перчинкой. Его обожает моя дочка. Классный, но, к сожалению, уже нельзя его приобрести. И сейчас расскажу про любимые ароматы. Вот аромат, например, Eclat Mademoiselle. Я его использовала практически весь, но если вы посмотрите, флакончики практически все целые или чуть-чуть начаты, а вот некоторые есть, которые прям заканчиваются. Eclat Mademoiselle, один из моих любимчиков. Например, Happy Dizziac, это уже, по-моему, третий флакончик. Не так часто я делаю повторные заказы парфюмов, перезаказы, потому что все время выходят новые ароматы и хочется их все попробовать. То есть недавно я маме подарила совершенно новый аромат, который у нас был с грушей. Даже вылетело его название из головы. Мне не очень подошел, а мама прям в него влюбилась с первого взгляда. Так вот, Happy Dizziac, наш любимчик в нашей семье. Love Potion Secrets, тоже, видите, осталась прям капелька, обязательно его перезакажем. Потрясающий нежный аромат с ванильными нотками, нотки белого шоколада, белая клубника. Это настолько нежно, такой нежный девичий аромат, который хочется и хочется вдыхать. Вот он подходит на все случаи жизни. Вот этот аромат, новинка, это просто спрей для тела, он легкий, невесомый. Я его полюбила, тоже из серии Love Potion, это новинка So Tempting. Мне он очень нравится. Я люблю ароматы, чтобы они были не слишком сладкие, но и не какие-то зеленые, уж совсем там такие прозрачные. Я больше люблю какие-то вот ощутимые ароматы. Один из моих любимчиков это Paradise, синенький, Амазонка, я его так и называю. Я в него влюбилась не с первого взгляда, что очень странно. Первые несколько месяцев он у меня просто простоял, как бы невостребованно, и вдруг он для меня открылся с новой стороны. Может быть, что-то изменилось в моем вкусе, не знаю, но сейчас он тоже относится к моим любимчикам. Это тот аромат, который я буду перезаказывать, когда он закончится. Аромат из серии Giordani Gold Essenza – это легенда. Это вечерний аромат, который достойно занимает первое место всегда в моей коллекции, но я его не использую регулярно, он не очень подходит на жару. Но для вечера, для такого наряда, например, сексуального, какого-то вообще волшебного, это самое то, что нужно. Это очень дорогой, очень благородный аромат. Просто он никого не оставляет равнодушными. Тоже мой любимчик, это My Naked Truth, обнаженная правда, по-моему, переводится. Это такой пудровый аромат, хлопковый даже, я бы его так назвала, который очень-очень нежен, необыкновенно красивый. И вот если в некоторых ароматах можно, например, ошибиться и перепутать какие-то нотки, то этот аромат вы точно ни с одним не спутаете. Он выделяется из всей вот коллекции Oriflame. Просто чудо. Конечно, он достоин обязательно перезаказа. И он у меня очень популярный у моих клиенток. Один из любимчиков,
отстойный просто аромат, обязательно мы будем перезаказывать. Он созвучен с Happy Desiac, но немножечко все-таки другое. Это The Van Discuse. Великолепный, волшебный, такой свежий, динамичный аромат, и в то же время в нем есть сладость, фруктовые нотки, он выдает почему-то ноту клубники, ну, хотя там она не присутствует, но вот первые ноты, когда его вдыхаешь, просто вот живая, сочная клубника, и он мне очень понравился, видите, осталась прям капелька, и мы его с дочкой очень полюбили вместе. Аромат Jasmine из серии Women's Collection. У меня два аромата из этой серии, был еще вишневый и все. Вишенка очень понравилась доченьке, вишневый цвет. А вот я взяла еще новинку Mysterial Oat, тяжеловат. То есть, да, он симпатичен, но скорее он будет хорош зимой, когда будет холодно, потому что когда жарко, нотки усиливаются и как-то давят немножечко, хочется как бы вдыхать. Как говорят, вдыхайте счастье, выдыхайте добро, да, и тут хочется вдыхать аромат, и чтобы на выдохе, да, чувствовал себя на подъеме. Вот летом этого особенно не хватает, потому что как бы хочется, да, такого вот чего-то свежего. А вот аромат жасмин у меня занял в сердце достойное место, просто я его очень люблю. И это не тот жасмин, когда вот стоишь у куста с жасмином и просто задыхаешься от его аромата. Здесь настолько тонко подобрана композиция, что вот эти ноты жасмина, они не надоедают, не приедаются и не давят. То есть такая легкость, такая чистота от этого аромата звучит, что я его использую даже просто дома, просто для себя. Иногда я прохожу мимо полочки с ароматами, просто хочу сделать какое-то маленькое настроение себе, улучшить волшебство, и я беру вот обязательно какой-то из этих ароматов, да, или вот The One, потому что именно для такого вот подъема и легкости они подходят. И добрались до новинки. Это French Word. Сейчас этот аромат участвует, как раз нужно срочно разместить фотографию, участвует в конкурсе, и можно выиграть путевку на Кипр. О, Кипр — это одна из моих мечт, и может быть мне повезет, и именно я стану обладательницей этой путевки. Уж поверьте, я вам буду много-много видео оттуда присылать, записывать. Чем мне понравился этот аромат? Меня зацепила нотка персика. Я очень люблю эту нотку в ароматах, потому что она, ну, просто вот вкусная. Нотки ванили, такие фруктовые ноты. Они всегда, как говорится, оставляют такое желание продолжать общаться с человеком, который пользуется этими ароматами. Согласна? То есть это вкусно, это воспоминания какие-то, мне кажется, детства, теплоты, да, вот что-то такое душевное-душевное, располагающее. Поэтому этот аромат тоже станет моим любимчиком, я в этом уверена. Буквально его только получила, начинаю его влюблять в себя, себя в него. Это очень классный аромат. И хочу рассказать про аромат, который уже, к сожалению, купить нельзя. Но вы должны знать, что в Oriflame такое чудо было, и, возможно, когда-то его повторят. Этот аромат из серии Eco Beauty. Обратите внимание, деревянная крышечка, чистое дерево. Такой экологичный аромат жасмин. Он просто бомба, просто он такой, ух, прям ух, ну эко, эко есть эко. Это же необыкновенный дизайн, очень жаль, что ушел он из основной коллекции Oriflame. Я по нему буду скучать, но я его особо не сильно расходую, экономлю. Вот, про каждый аромат можно, конечно, рассказывать очень много. Например, бутон розы, это золотое валяре, тоже хорош, но не на каждый день, то есть этот аромат, он тоже относится к разряду таких вечерних, благородных ароматов. Ну, просто сам дизайн, ну это шедевр. Просто держишь в руках бутон розы, и это так красиво и на полочке, и в использовании, то снимается вот крышечка такая дизайнерская. Можно, конечно, говорить обо всем очень много, но ароматы нужно носить. Не просто увидеть красивую коробочку, красивую упаковку и сказать: «О, хочу этот аромат». Вы его можете даже понюхать, продегустировать, и на первое впечатление вам покажется, что да, он классный, он мне подходит. Но это может быть обманчивое впечатление, потому что аромат нужно носить как одежду. То есть его нужно нанести на себя,
и походить с ним несколько дней в разных ситуациях, посмотреть, как ваше тело отреагирует, потому что, вдыхая аромат, он, да, он сразу воздействует на наш мозг. И если вам аромат подходит, то вам будет комфортно, классно, вы будете энергичны, позитивны, и в вашей жизни будут происходить чудеса и волшебство, будет все круто. А если аромат не подходит, даже не могу вспомнить, да, Giordani Gold оригинал, для меня это тяжелый аромат, у меня начинает болеть от него голова, но я обожаю его от других ощущать. То есть, когда это легкие нотки доносятся, класс, но на себе носить не могу. Поэтому любой аромат, прежде чем купить, нужно взять пробник, маленький пробничек, и походить с ним, да, поносить, пообалдеть, получить свое личное впечатление. И очень здорово, что вот в Oriflame бывают иногда такие вот продукты, товары для того, чтобы носить аромат в малом количестве, то есть такие колбочки специальные, тут буквально, наверное, я не знаю, 5 мл, может быть, чуть больше, легко очень раскрывается, имейте в виду, когда будет такая продукция, покупайте. Смотрите, такая маленькая колбочка, я сюда, как раз у меня здесь аромат Экла Мадемуазель, остаточки, брала с собой в дорогу. Очень удобно брать в путешествие. То есть такая легенькая упаковка. Тут мини-пробник с распылителем, да, здесь дозатор есть. Крышечка, все гениально умещается в косметичке, в любой сумочке. Такое легкое, невесомое. Очень-очень удобно. Так что здорово, что есть такой прекрасный выбор ароматов на любой вкус, на любую ситуацию жизненную. И не бойтесь экспериментировать, не бойтесь баловать себя. Такие достойные, чудесные ароматы, и на каждую ситуацию у вас должен быть свой, как у меня. Надеюсь, вам понравился мой обзор. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Вкусных вам покупок! До встречи! Пока-пока!